Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на мой канал. С вами игрушка Cross the World. Мы продолжим с вами развивать свое убежище в новом DLC. Так что сажайтесь поудобнее, мы уже гоним. Да. Так, куда мы должны двигаться? Вот. Мы должны двигаться сюда. Так, мы можем делать леса мы будем делать. Еще ноль. Так, до... До технологии обороны. Долго ли нам... Так. Руки, булава. Такой активной обороны. Ну, еще далековато. О. Так, а кто лучше у нас? Чего не пишешь, что это? Ух ты, крысы пошли, блин. Отлично, закрыли. О, блин. Здесь бежит. Так, больше нигде нет. Больше нигде нету. Осталось 20 минут до вражеской атаки, ребята. Так, верстак у нас один. Надо построить второй.
здесь. Что за перевод? Заменить заднюю конструкцию. Кажется, вперед сломался. Ух ты. Вот это движение. Вот это движение. Оп-оп. Так, что у нас есть по книгам? По книгам у нас все вообще все хорошо. Так кто у нас? Скалолаз, воин. После обновления, кажется, сломался перевод. Мы сейчас готовимся к атаке. Даже нам. Да у нас каждый воин, что ли? Воин. Он же маг. А это нету? Магической фигни, да. Ох. Хотя бы не каждый воин. Лучник. Хотя он не лучник, ё-моё. Видимо, я думаю, что у меня, не помню, то ли мод на русификатор стоит, то ли это разработчиков перевод, но что-то здесь сломалось, это явно. Если ребята, разработчики, надо к ним, кстати, обратиться. Спросить про перевод. Ну, потому что, смотрите, много не пишут, что это. Нет, я знаю, что это, но... И когда открываешь это внутри, что это? Для чего? Сколько это?
Там же точно после обновления. Так. Ставим себе защиту. Так, куда? Куда поставим? Куда поставить защиту? Сюда поставим защиту. Оп, да у нас вон. Во. У нас по две как раз идет. Да у нас под боком железо, ё-моё. Следующее помещение будем копать. Например, вот это что? Замерение передней конструкции. Пипец. Так. Я думаю, надо фонарь здесь поставить. Такая приметная часть будет. Так, новые технологии, дерево технологии открываем. Так, это практически выполнено. Можно булаву. Булава. Повреждение. Да, это нам еще далеко. Ух, да, это тоже далеко. Так, так, так. Посохи, посохи магические. Так.
веревки. Два, это так. Отлично, должны прокачать. Так, да, что-то глаз зачесался. Аж прям... Так, давайте сразу так, здесь... Есть ли у нас... Дверь. Дверь у нас нет, да? Ну, будет. Так, и сразу же сделаем раз, свет, два. По мере поступления тоже. Точно здесь дверь-то надо? Нет, здесь дверь не нужна. Но свет нужен. Свет обязательно. Отлично. Отлично. Не, я не люблю стандарт. Как будет, так будет. Так, прокопаемся. Может, даже дальше помещение сделаем. Так, больно далеко уходит. Давайте. Ладно, откроем. Так. Похавать. Одиннадцать минут, ребят, до нападения. Что у нас здесь? Здесь нам воду. Они спустятся в ловушке. Я думаю, что это все бред, но... Что это вообще хотя бы? Коли, забор. Я думаю, что коли. Так, ты откуда нарисовался?
Так, это вообще закрываем. Хотя пока не надо. Фонари, фонари. Так. Раз. Два. Чуть длиннее помещение сделаем. Аж мы это строим, а он поэтому атакует. Да так, паршивец маленький. Так, 43% у нас пока. А вон, все-таки какая надо кошка, да? У нас такая отличная, ну еще этот у нас есть. Удочка. Так, что у нас там по... Снова готовки. Надо убрать это. Нам надо. Это что? Так, так, так. Я не вижу вот эту. Вот. Ага, у нас есть. Все-таки поближе надо печку. Так, и создать яичницу. И мясо. Хоть чуть прокачаем. Но это не комфортно. Вот комфорт 4. Комфорт 10. Начнется. Ух, это еще далеко, наверное.
7 минут, ребят, 7 минут. Так, что у нас по броне? Только кожанка. Осталось оружие тоже уже не дают. Так, это у нас маг, да? Это у нас тоже маг. Значит, тоже будешь маг. Лучник. Может, ему лук дадим. Кузнец, шахтер. Так, плоть, хмельник, повар. Охотник, пловец, рыбак. Да, ребят, я думаю, что победим монстров и на этом закончим. Так, так, что-то... Так. Фига себе. Я их не... Я не там их ждал. Да? Она такая застыла. Ладно, ребят, всем спасибо. Не забудьте поставить лайкосики. Подписаться, кто не подписан. Всем пока.